Обычная полиэтиленовая пленка встречается повсеместно, но это не всегда экологически чисто и безвредно. Полиэтилен выделяет содержащиеся в нем вредоносные вещества. К тому же, обычную полиэтиленовую пленку можно легко разорвать. Несмотря на широкое распространение такой пленки, на рынке появился новый, инновационный продукт, безопасный, экологически чистый, пластичный и гибкий. Помимо этого, он долговечный, имеет все шансы стать товаром года. В интернете появился очень интересный ролик, который быстро набрал популярность и множество просмотров. В нем мы видим увлекательный эксперимент. Используется крышка пленки, покрывающая миску, в которую налили большое количество разного соуса. Когда переворачивают миску, ни одна капля не пролилась, а все благодаря специальной крышке, сделанной из силикона. Крышка пленка уникальна. За этим продуктом стоят создатели из корейской компании. Силикон – материал, который не выделяет вредных частиц, что делает его экологически абсолютно безопасным. Давайте посетим эту корейскую компанию GNC Global, которая специализируется на производстве экологически чистых продуктов из силикона. Силикон используется во многих кухонных принадлежностях, которые делают пребывание на кухне удобным. За товарами из силикона будущее, так как он может выпускаться во многих формах. Именно поэтому корейская компания сфокусировалась на силиконе и развивает это направление. Будущее за товарами из силикона. Полиэтилен по старинке обеспечивает решение растущих социальных проблем, но такие товары вредоносные и не обеспечивают экологичность. Пластиковые контейнеры, бутылки мы используем практически каждый день. К сожалению, полиэтилен и пластик выделяют огромное количество вредных для человека компонентов, которые могут накапливаться в организме и нанести непоправимый вред человеку даже в будущем. Бесспорно, экологически чистый силикон становится более популярным, чем полиэтилен и пластик. Немаловажно, что силикон может быть с успехом использован при высокой внешней температуре. У него высокая жаростойкость. Также силикон показывает хорошие результаты при низких температурах. Тесты показали, что незначительное разрушение силикона начинается при температуре от минус 100 градусов и при температуре, превышающей плюс 300 градусов. Силикон настолько прочен, что сохраняет свою форму даже в кипящей воде. Также важно, что силикон не выделяет вредоносные частицы. Это идеальный для дома материал. Побывав в одном из магазинов товаров для дома, можно убедиться, как быстро растет спрос на силиконовые крышки. Причем спросом крышки пользуются не только у покупателей внутри страны, но и у иностранцев. Одна из покупательниц, приехавшая из Японии, делится своими впечатлениями и говорит, что полиэтиленовые и пластмассовые товары для кухни не очень хороши в использовании, так как выделяют вредные для здоровья частицы. Это утро не может считаться экологически чистой, поэтому и она, и ее знакомые, то есть те, кто понимают, используют в обиходе исключительно силикон. Силиконовые крышки пленки корейской компании GNC Global идеально подходят для домашнего использования, где максимальная температура от минус 40 до плюс 180. Одно из неоспоримых преимуществ силикона – его невероятная прочность. Сравнивая товары из силикона разных компаний, покупатели выбирают товары корейской компании GNC Global, так как при производстве используется только высококачественное сырье, которое гарантирует его долговечность. Силиконовые крышки выдерживают до 3000 растяжений, предназначен для многократного использования. А вот тесты компании GNC Global показали, что крышки этой компании могут выдерживать от 5 до 10 тысяч использований. Используя корейские крышки пленки, домохозяйки остаются очень довольны. Эти крышки долговечны, могут использоваться многократно, не выделяют вредоносных частиц, как полиэтилен и пластик, даже когда подвергаются воздействию высокими температурами, как в микроволновой печи. Воздействие кипятком также не вызывает выделения вредных частиц из силикона. Это большое достижение. И это еще не все. Обычная полиэтиленовая пленка – одноразовый продукт. Силиконовые крышки – для многоразового использования. Это большое преимущество. Силиконовые крышки были представлены на телевидении, выставках. От покупателей поступают очень хорошие отзывы. Корейские производители завоевали доверие покупателей из развитых стран США, Германии, Японии. Это стало возможным за счет непревзойденного качества продукции. Крышки пленки корейской компании были экспортированы во многие страны по всему миру после того, как прошли очень серьезную стандартизацию
Food and Drug, узнаваемость продукта увеличилась, внутренний рынок был завоеван. Представитель корейской компании рассказал, что завоевав внутренний рынок, сейчас компания нацелена на зарубежные рынки. Доверие уже достигнуто в развитых европейских странах. Все направлено на то, чтобы продукцию лучше узнавали во всем мире. На сегодняшний день тенденция такова, что продукцию знают, любят и узнают. Компания GNC Global привлекает внимание тем, что наладила выпуск экологически чистых товаров для кухни, одним из направлений которых являются силиконовые крышки пленки. Сейчас разработчики корейской компании сфокусированы на создании товара, который отражал бы последние тенденции в области экологии, научного подхода в безопасности использования продуктов для кухни. Представитель корейской фирмы пояснил, что в планах компании развивать новые продукты с лучшим качеством. Планируется представлять новинки в других странах. В планах разработка и выпуск силиконовых крышек с антибактериальным эффектом. Благодаря наноматериалам и передовым технологиям будут созданы силиконовые крышки, которые обеспечат свежесть продуктов на более длительный срок. Представитель корейской компании и компании Smart.ru надеются на то, что рынки сбыта будут максимально расширены и большее количество народа узнают о высокофункциональных силиконовых крышках, за которыми будущее.